Так вот, где мы находимся и для чего мы сюда приехали? Ну, поскольку программа «Автостоп» становится стёбом, я вам скажу, что далеко не многие с нами работают. Представляете, да? Кто-то вообще не может работать. Здесь люди работают с нами, здесь ремонтируют коробки, автоматы, много чего они делают. Остальные как-то, ну... не будем про них ничего говорить, вы сами все поймете. Если вы работаете с телевидением, надо понимать, что телевидение именно вас демонстрирует и объясняет, как вы работаете. Где это место? Где та станция, где я ремонтирую свои коробки? Она располагается здесь, за моей спиной, бульвар Сиреневый. То есть вот дальше никого не получается, переезжаем сюда. Вот там, я не знаю, что там будет. Надо было людям дать возможность вот тут построить. И вот сюда приезжаем. Сюда заходим и здесь получаем замечательный результат. А теперь посмотрим в кадр. Инструмент помните? Сейчас расскажу. Нормальный инструмент стоит 25 тысяч рублей. Если нормального инструмента нет, грош цена вашему механику. Теперь другой вариант. Всякая фигня, дожидающаяся ремонта. У нормального механика такого нет. Все, что можно, делается быстро и качественно. Теперь другая штука. О! Квадроцикл. Не каждый механик может с этой штукой разобраться. Эти могут, как вариант, ехать сюда. Так вот, автостоп стал стебаться над всеми, да? Я бы, честно говоря, вот зашел ко всем, да, так же хожу, пытаюсь людей вытащить, но не получается. Но тем не менее, я смотрю об одной штучке замечательной. То есть прихожу, смотрю, каков инструмент. А инструмента ни у кого и нету. То есть в данном случае я пришел к вам, посмотрел, все нормально, весь нормальный инструмент. То есть какие люди у вас работают, сколько они работают? Вот в чем вопрос. Ну, во-первых, по инструменту скажу. То есть работаем мы инструментом профессиональным, работаем каждый день, поэтому следим за инструментом. После работы человек должен убрать свое рабочее место, протереть инструмент, и чтобы было все на месте. Я просто расскажу. Вот, принимаешь кого-то, да? Дашь ему инструмент, а через 2-3 недели часть инструмента уже и нету. Люди у вас сколько работают? Ну, люди работают уже больше года, то есть все с опытом работы, проверенные люди, то есть новички мы не приветствуем. Все нормальные люди должны у вас работать? Да, конечно. А что находится за вашей спиной? Я смотрю, вот этот мотовездеход, квадроцикл называется, да? То есть я прекрасно понимаю, что вы делаете на все машины, без разницы. Ну, и некоторые также переделывают. Так же бывает, такого никогда не случается. Но вот квадроцикл, что это такое? Ну, квадроцикл — это тот же самый мотоцикл, снегоход. Делаем любую спецтехнику, то есть которая на четырех колесах передвигается, на двух, на четырех, пожалуйста. Делаем полное ТО, делаем моторы, делаем ходовую часть, весь спектр услуг. То есть я могу сказать, что вы можете купить также и бэушный квадроцикл, пригнать его сюда, разобрать его здесь, посмотреть, что нужно будет сделать, купить запчасти и благодаря вам продолжать его спокойно эксплуатировать, потому что я прекрасно понимаю, насколько они дороги, понимаете? Но бэушные-то не дороги. Ну, конечно же, можно и бэушный взять, можно и новый взять, проблем никаких. Теперь и вы должны понять, кто работает, у того правила. Отремонтировал — убери. Конечно, есть те, кто не убирают, но таких-то мало. Точнее, мало-мало меньше. Я таких знаю. Но по сути, чистота – залог порядка. Нет чистоты, и кому это нужно? Хорошо, когда один все варит, но по сути, мозгов больше, проблем меньше. То есть, одна голова – хорошо, а несколько – лучше. Ну, так вот. То есть здесь делают автомобили, причем любые автомобили делают. Все, что делается с автомобилями, никаких проблем не возникает, потому что здесь любят ваши машины, здесь работают нормальные специалисты, да? Вот, как сюда доехать? Бульвар Сиреневый, знаете, где находится? Это немножко далековато от Московской, другой конец города, но тем не менее сюда тоже можно приехать. Вот, отдать здесь свою машину и сделать. Кстати, отсюда доехать не очень сложно, и в том числе на вокзал. Потому что ходит маршрутка. Вышли, приехали, надо будет, вернулись. То есть цена вопроса, ну, 36 рублей туда-обратно съездить, если какие-то большие проблемы. Если нет, спокойненько вам все это здесь делают. Куда приехать, я уже рассказал, чтобы вам было понятно, где это все. Вот за моей спиной бульвар Сиреневый. Вот остановочный комплекс типа Сиреневый, я не знаю, что это такое. Ну, вот как-то здесь
делаются ваши автомобильчики.